раз за разом снова в бой, и друзья твои всегда с тобой. Это лига Watchcar, боли сделалось в твоих сердцах. Верь и действуй, Watchcar, вперед в победе, жми до конца. Мы друзья с тобой навсегда, пусть нам трудно иногда. Давай, вставай, мчат в победе. Гонка к сердцу Ари. Ари. Да? Мне нужно было сказать тебе, а я послал сообщение. Прости меня, но ты действительно нравишься мне. Да, мы просто дружили. Мне неловко. Да, я понимаю. Жаль, я не сумел как-то иначе выразить свои чувства. Но я просто не знал, как это сделать. Нам обоим неловко. Я не уверена в своем чувстве. Ты должен дать мне какое-то время. Да, я готов ждать сколько угодно. Не нужно спешить. Подумай как следует, ладно? Ребята, это прислала нам Мэй. О, отлично! Я как раз проголодался. Мне кажется, не поровну. Когда режешь, поровну не получается. Ешьте. Джино, если хочешь, поменяемся. Ари, что это с тобой? Но я согласен. Зачем меняться? Ешь. Это мне решать. Вот. Нет. Ешь сама. Нет. Я дам Джино. Ешь сама. Нет. И все. Да вы что творите? Вы что, издеваетесь? Но... Кто сказал, что я хочу торт? Ари... Что это с ней? Это мне нужно сердиться. Прости, пожалуйста. Вот, это тебе. Спасибо, но я не возьму. Рой, у нас с тобой ничего не выйдет. Мы останемся друзьями. Я ни на чем не настаивал. Прости, если так получилось. Даже если я для тебя только друг, мое чувство к тебе неизменно. Мне будет не по себе рядом с тобой. Пока между нами неясность, нам лучше не встречаться. Но ты все равно придешь на матч, а? Ари, я буду ждать. Не нужно, я не приду. Кубок Героев Боевой Лиги. Праздник для нас! Я приветствую и поздравляю всех, кто сегодня пришел сюда! Давай, Джина! Давай, Рой! Сегодня вы будете лучшими, это точно! Нет. Я все же надеялся, что она придет. Этих игроков выбрали вы, поклонники Watchcar'ов! Итак, приготовиться! Режим боя! Сегодняшняя гонка имеет особый характер.
Игрокам запрещено использовать монету силы. Кто же станет победителем? Этого не знает никто. Какая интрига! Да, гонка началась! Рой не сумел уйти от атаки. Слабовато. Надо сосредоточиться. Соберись, Рой, соберись. Как быть? Может, пойти на игру? Если сегодня я не пойду на этот матч, то... А я больше никогда не увижу Роя! Рой, такой чудесный друг! Я слишком резка с ним. Ари, сюда! Хватит, ты ни при чем. Просто тебя обманул этот негодяй Ганс. Не плачь. Рой был так добр со мной. Я не должна так поступать с ним. Сона, на стадион! Конечно, тигру не хватает скорости. Но у него есть мощная пушка. Начнем выбивать одного за другим. Что произошло? Кто это сделал? Нужно относиться к тигру с большим уважением. Хамби, твой черед! Не может быть! Хамби! Нет! О! Шмидт выбил из гонки два вотчкара подряд! Это выводит его на четвертое место! Теперь ему необходимо подтянуться к лидерам! А между ними жесточайшая конкуренция! Хм, думаю, хватит. Вам пора угомониться! Одновременно атаковал Блювилла и Авана и вышел на первое место. Блювилл травмирован и теперь рядом с Тигром, идущим четвертым. Нет, так не пойдет. Синий ветер, пуск! Куда? Луч циклоп, огонь! За какую-то долю секунды Шмидт выходит на третье место! И теперь он идет за Аваном, который пока второй! Скоро твой черед. Размечтался! Ха-ха! Вот так! Получил по заслугам. Я выбыл из игры. Блювилл выбивает из гонки тигра и снова оказывается третьим. Но ему будет очень трудно догнать Блада и Авана. Итак, последний круг. Сможет ли Рой дотянуться до Блада? Это мой последний шанс. Я должен... Выиграть на такой скорости? Как тебе мой максимум? Кай! Наращивает скорость! Я не могу догнать его. Я на пределе. Рой! Что с тобой? Так нельзя! Соберись! Ты еще можешь выиграть! Ари, ты пришла? Аван, вперед! Наш Рой лучше всех! Ари, так, тогда начнем!
Аван, бустер, пуск! Я слишком отстал, но на этот раз я не дам Каю выиграть. Блю Уилл, пушка, огонь! Джина, ты... О! Блю Уилл наносит чувствительный удар Бладу! И теперь у Авана есть шанс выиграть эту гонку! Финишная прямая совсем рядом! Кто же победит? Рой и Авон становятся победителями этой гонки! Рой! Молодец! Здорово! Да, спасибо. Всему виной Джина. Я тебе отплачу. Ари, спасибо. Ты помогла мне. Ты просто молодец! Ты лучше всех, Рой! Ари, ты пришла, потому что... Не спеши. Я еще не решила. Мне нужно к тебе присмотреться. Веди себя хорошо. Ладно, я буду очень стараться. Кай и тень. Теперь все мастер-ключи у Блю Уилла. Все мои планы потерпели крах. Вы ничего не сделали. Где были ваши глаза? О, мастер, эти дети были слишком сильны. Тихо! Это все из-за вас, жалкие болваны! Отпусти меня немедленно, болван! Вы глупцы. Только Кай может мне помочь. Он один победил Блю Уилла. Просто замечательно! У меня есть великолепный план. На этот раз он должен сработать. Проверка электроэнергии. Проверка? Но время еще не пришло. А, ну да. Тогда мы придем в другой раз. Это сезонная проверка. Она необходима. Можно нам в дом? А, ну, если все так, прошу, вы можете пойти. Быстрее же открывай ее! В этой комнате должен находиться ключ Кая. О, это займет весь день! Отойди! Что вы делаете? Да так, ничего особенного. Просто проверяем территорию. Ах, да, лампочка. Как видите, у вас серьезные проблемы с проводкой. Это профилактика. Ладно. Тори, а ты правильно все поняла? Ну, конечно. Через потолок мы попадем прямо в комнату Кая. Пора отдохнуть.
Как больно! Больно! Что это за звук? Послышалось. Вот это ключ Кая, так? Готово. Задание выполнено. Вперед! Как я люблю выполненные задания. Начнем сначала. Что это? Кай, ты должен показать свою настоящую силу. Блювилл должен быть повержен. Достань мне мастер-ключ. Избавиться от Блювилла несложно. Я с этим справлюсь. Да, смотри, не подведи меня, Кай. Ребята, вы это слышали? О, ты такой радостный. Вышел в прокат Леди Баг. Да, наконец-то это произошло. Я так счастлив. Что, правда? Это будет весело. Рой, ты с нами? Спасибо, я останусь. Перестань. Говорят, будет весело. Да, пошли с нами. Мне не интересны ваши мультики. Не приставайте ко мне. Что? Мультики? Ты назвал нас детьми? Я не смотрю такое. Идите без меня. Все равно я не хотел идти с тобой. Джина, надо успокоиться. Рой, не упрямься. Пойдем с нами. Идите без меня. Я должен завершить игру. Ребята! Мы должны с вами посмотреть Леди Баг. Рой, ты с нами? Да, я тоже хотел посмотреть. Идем? Да, будет здорово. Как? А как же закончить игру? Стой, только что ты говорил нам совсем другое. Эй! Да, будет здорово. Эй, стойте! Подождите меня! У меня есть для вас задание. Какое? Скажи, мы сделаем немедленно. Похитить Сону. Немедленно. Что? Ты сказал похитить? Но зачем? Мне не послышалось? Это что, правда? Да. Если мы похитим один из вочкаров, тогда Джина придется встретиться с нами. И тогда я смогу покончить с Блювиллом. Звучит неплохо. Хорошая идея. Значит, мы похитим Сону. Ай, как вкусно. Фильм был замечательный. Точно. Я и не заметил, как пролетело время. Эй, это мой бургер! Нет, это не твой бургер! Она чудесна, восхитительна. Какой прекрасный аппетит. Ари, ты такая одна. Одна на всем свете.
Я не верю своим глазам. Как в нее это помещается? Ари, остановись. Можешь поперхнуться? Мне никогда не бывает плохо от еды. Тигар, готов? Луч анестетик. А, очень вкусно. Может, вернемся в центр? А где же моя Сона? Сона? А вы не видели мою Сону? Давайте выйдем и поищем ее. Сона! 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 Я искал везде. Не смог ее нигде найти. Я боюсь, с ней что-то случилось. Куда пропала Сона? Что же с ней стало? О! Кай отправил сообщение. Что? Что там? Что он пишет? Сона сейчас со мной. Будь у склада в 5. Если ты выиграешь, я верну вам Сону. Что это значит? Он хоть понимает, что мы с ним сделаем? О, нет! Что же теперь делать? У него моя Сона. Да он трус. Давайте покончим с ним. Джина, мы с тобой. Подожди нас. Сегодня с Блю Уиллом мы распрощаемся раз и навсегда. Сегодня его последний день. Блю Уилл против Блада. Звучит интересно. Я тебя жду, Блю Уилл. Джино против Кая. Что-то странное. Это не похоже на Кая. У него всегда есть план. Будет нелегко его одолеть. Но они похитили Сону. Нам нужно обязательно ее спасти. Кай с этим справится. И тогда он завоюет доверие мастера. Мы станем не нужны. Нас выбросят на помойку. Как? Так дело не пойдет. Я не хочу на помойку. Значит, мы поймаем Блю Уилла, прежде чем это сделает Кай. Мы принесем мастеру Блю Уилла и ключ, и тогда он нас щедро отблагодарит. Здорово! Тори, ты такая умная! Я так люблю умных женщин! Заткнись, тупица! Джина, мы с тобой! Идут! Подожди! Мы ждали вас, мальчики! Мы сделаем это вот так! Нет, Блю Уилл! Скажите пока Блю Уиллу и отдайте мастер ключ! Времени нет. Пора покончить с ними. Ударный огонь! Получи от меня термоядерный огонь! Блю Уилл потерян! За что? Как же так? Надо снова его поймать. Пора использовать клешню магнит. Ха-ха-ха!
Вы безмозглые тупицы! Будет тебе уроком! Поспешим, надо спасти Сону. Сона, как ты? Они тебя обижали? Кай, ты не стал бы похищать Сону. Зачем тебе это надо? Отпусти ее сейчас же. Выиграешь матч, отпущу. Да что ты говоришь? Отпустишь, если выиграем? Неправда! Хотел битвы? Если ты хотел сразиться с Джина по-честному, сделал бы это на стадионе. Ты поступаешь как трус. Не твое дело. Если выиграешь ты, я отпущу вашу Сону. Но если ты проиграешь, я заберу Блю Уилла и мастер-ключ. Что? Он что, знает про мастер-ключ? Как они это узнали? Здесь что-то не так. Это точно как-то связано с черной тенью. Твои слова не имеют значения. Я присвою себе сегодня Блю Уилла и мастер-ключ. Если не уверены, отступите. Нет, я готов принять этот бой. Кажется, это плохая идея. Ты ведь никогда не победишь его. Это же Кай! Нам нужно постараться найти другой способ. Если отступим, мы потеряем Сону, и я буду трусом. Но Джина... Давай поверим в него. И я выиграю, несмотря ни на что. Ты обязан заполучить Блю Уилла и мастер-ключ для меня, мой Кай. Я покажу тебе свою силу. Лазер-фантом! А теперь мой черед! Синяя пушка! Огонь! А как насчет этого? Синяя молния! Огонь! Какой-то сбой! Ничего не выходит! Блю Уилл, соберись! Ты же такой сильный! А это мы еще посмотрим. Это только начало. Фантом Паук! Блю Уилл, что происходит? Соберись! Почему Блю Уилл так боится? Может, потому что Блад однажды выиграл? Не только из-за этого. Кажется, Кай и Блад стали другими. Вы трусы! Как вы посмели сражаться со мной? Темная вспышка! Блю Уилл! Не сдавайся, нет! Чего и следовало ожидать. Блю Уилл, ты не можешь сдаться так просто! Борись до конца! Я не оставлю тебя. Мы всегда будем вместе. Я буду рядом с тобой. Блю Уилл, ты не один! Мы всегда рядом с тобой.
Мы верим в тебя, Блювилл! Ты должен выиграть! Вперед! Я верю, у тебя получится! Блювилл, не сдавайся! Зря стараетесь. Вам пришел конец. Монета силы! Я покажу тебе силу. Мастер-ключ! Огонь! Твоей поездке конец. Фантом Блад, вперед! Блювилл, покажи им свою настоящую мощь. Огонь! Фантом Блад не сработал? Этого не может быть! Как так вышло? Блювилл! Молодец, Блювилл! Игра начинается! Ядерный огонь! Блювилл, ты монстр! Что это? Он полностью разрушен! Сможет ли он снова встать на ноги? Это... Я не проигрываю. Фантом... Лазер... Всемогущий Кай растерян. Он больше не контролирует Блада. Нас не победить! Ядерный огонь! Что вы делаете? Кай, так не может продолжаться. Давай покончим с ними. Это против правил! Так нечестно! Вперед, трусы! Хотели сразиться со мной! Хватит! Я проиграл. Что? И на этом все? Кай, подожди. Сона! Сона, ты была напугана. Прости меня, Сона. Джино, Блювилл, спасибо. Не может быть! Я проиграл Джина! Ты проиграл Блювиллу, Кай. Но не волнуйся, я дам тебе еще больше силы. Первый вотчкар S009. Пони, ну постой же! Тебе от меня не сбежать! О, Пони, ты думаешь, я тебя не поймаю? Вот ты попался! Пони, я тебя просто обожаю! Щекотно, Пони! Пони Джори выглядит такой счастливой. Пони, надеюсь, ты будешь с Джори всегда. Наконец-то я обнаружил S009.
Что это такое? Это еда, да? Вот глупец! Мне больно! Прошу прощения, сэр. Вы говорите о Вочкаре, который искали все это время? И верно. Это особенная машина. Ключ к исполнению моего плана. Вы должны доставить ее мне. И постарайтесь не наделать ошибок. Да! Мы все сделаем! Наконец-то этот Вочкар окажется у меня. Доктор Юджин, очень скоро ты поймешь, что совершил большую ошибку, остановив мои исследования. Да, вчера было так весело. Эй, ребята, смотрите. Ну и ну. Я не это хотел включить. Эй, Мак, как не стыдно такое показывать. Это не то, что вы... Вот, взгляните. Это Вочкар S009. Из всех произведенных машин этой модели сейчас остался только один. У него есть искусственный интеллект, который способен на самозащиту. Так вот, за ним охотятся черные тени. Наверное, они хотят создать разрушительного монстра Вочкара. Точно. Они попытаются превратить этот Вочкар в оружие. И мы ни в коем случае не должны допустить этого, вы понимаете? Конечно, мы им этого не позволим. Верно, мы найдем этот Вочкар и защитим. А вы его не видели? А вы его не видели? Вы его нигде не видели? Мы ищем вот этот Вочкар. Нет. Здравствуйте. Посмотрите, вы смотрите, не видели такой Вочкар, сэр? Нет, не видел. Мы уже повсюду искали, но никаких следов. Боюсь, что нам его не найти. Давайте завтра разделимся на команды и продолжим. Да, это хорошая идея. Мы уже 2 дня его ищем. И никаких результатов. Вот что я скажу. Сколько бы мы ни искали, нам его... Вон он. Да, это S009. Что? Где? Где? О, это он, S009. Пони, в чем дело? Привет. Это твой Вочкар? Привет. Мы чем-то можем вам помочь? Вы должны оставить нам свой Вочкар. Он очень опасен. Прошу, отдайте его нам. Мы устраним неисправность и вернем его. О, нет! Я никому не отдам пони. Это для твоей же безопасности. Мы должны починить его, пока до него не добрались злодеи. Что? Злодеи? Я не понимаю, о чем вы говорите. Мы сейчас вам все объясним. Мы игроки Вочкаров. Джино и Мара. Вочкар вашей дочери, он... Отличный улов, попался! Это черные тени, нужно поймать их. А ну, стойте! Верните мне моего пони! Нет, Джори, стой, дочка! Пони! Джори! О, детка, кто-нибудь, помогите! Что случилось? Наверное, она ранена. Бежим к ней. Джури, очнись. Джури! Джури! Мэм, скажите, что тут произошло? О, нет. Срочно вызывай скорую. Ладно, сейчас. Алло, скорая? Тут девочка ударилась. Приезжайте скорее. Не могу Да, все дышать. Верно. Очнись, детка. Джури! Ну, залезай в эту клетку. Ты куда это? Не дай ему уйти.
Горячо! Не выпускай удочку из рук! Мне страшно! О, нет! Разойдитесь! Срочный пациент! Дорогу! Джури! Джури! Открой глаза, Джури! Давайте, живее, живее! Не волнуйтесь, самое страшное уже позади. К счастью, мы смогли ей вовремя помочь. Так, Джури поправится, скажите честно. Мы успели вовремя удалить инфекцию из сердечного клапана. Сейчас ей нужен отдых, и все будет хорошо. Ну ладно, спасибо вам большое. Отдохните. И вам спасибо. Скажите, это были те злодеи, о которых вы говорили? Да, мэм. И они задумали что-то недоброе. Какой ужас. Как кто-то может... Джури всегда была замкнутой девочкой, и у нее не было друзей. Но после встречи с Пони она изменилась, стала жизнерадостной. Когда мы вернем Пони, Джури сразу станет лучше. Пожалуйста, найдите Пони и верните его. Очень вас прошу. Не волнуйтесь, мы найдем его. Мама, я так скучаю по моему Пони. Пони! Джури, не плачь, тебе станет только хуже. Ты должна лечиться и хорошо питаться. А когда поправишься, Пони вернется к тебе. Мама, но я хочу видеть его сейчас. Пони! Если быстро не найдем Пони, то все окажемся в опасности. Ай, но только как нам найти Пони? Нужно определить, где находятся черные тени. Не вешайте носы! У меня есть отличная идея. Да ладно? И какая же? Та-да! Вот, посмотрите! А? Что это? Это мое изобретение – детектор пони! Детектор пони? С его помощью мы найдем пони? Ну, конечно! Так, нужно только включить устройство. Вот так. Пони где-то недалеко от нас. Вперед, идите за мной. Так. Отлично, осталось немного. Да, мы подходим все ближе. Ну что, мы близко? Конечно! Идите за мной. Ну вот, должно быть он здесь. Он в этом здании. Он где-то тут. Один, два, три. Должно быть в четвертой кабинке. Да, мы на месте. Я точно уверен. Итак, когда я открою дверь, мы увидим там пони. Почему дверь не открывается? Очень странно. Вы не пони, сэр. Пошли вон! Похоже, я ошибся. Ого, твой вочкар отлично выглядит. Вчера я его помыл и отполировал. Мне тоже нужно отполировать своего. Бежим! Спасайтесь!
Сбежавший пони. Я тоже хочу кусочек. Нет. Как ты можешь одна съесть 100 коробок пиццы? Что они делают? Они едят пиццу во сне? Похоже. Пусть отдыхают. Вчера у них был трудный день. Ребята, срочное дело! Посмотрите! У нас срочные новости. Неопознанный Вочкар сегодня днем совершил нападение на горожан. На данный момент его местоположение неизвестно. Если вы его где-нибудь заметите, незамедлительно сообщите об этом в полицию. Ну вот, как я и думал. Изначально встроенная агрессивность пони проснулась. Если сейчас его не остановить, будет катастрофа. Но нельзя этого допустить. Ребята, вперед! Да! Да! Помогите! Помогите! Попался, дружок? Хозяин будет нами доволен. Ах ты, маленький хулиган! Вот и пони! Пони, ты что творишь? Это точно пони? Пони, успокойся! Мы тебе не навредим, обещаю! Берегись! Почи! Пони, мы друзья Джури. Мы отведем тебя к ней.
В укрытие! Видимо, что-то случилось с интеллектом пони. Придется утихомирить его с помощью силы. Но, Рой, мы ведь можем его случайно ранить. Другого выхода нет. Ребята, в атаку! Поти, атакуем его! Микроракеты! Запуск! Огонь любви! Пуск! Зона! Импульсный огонь! Если так продолжится, нам не сдобровать. Используем медаль силы. Джину, но она может взорвать пони. Другого выхода нет. Медаль силы! Огонь! Нет! Не надо! Остановитесь! Джури, уйди! Не уйду! Пони совсем не опасен! Пони, ты меня узнаешь? Пони, это же я, Джури. Джури в опасности. Постой. Если попробуешь напасть, то будет еще хуже. Пони, что такое? Ты что, ранен? Попался! Пони, я так тебя люблю. О, пони, больше никто тебя не обидит, обещаю. Пони, смотри, я здесь. Теперь я буду тебя защищать. Что это с ним? Что это с ним происходит? Пони, прошу, стань таким, как прежде. Пони! 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 Ой, пони! Спасибо, что вернулся ко мне. Джури, все в порядке? Ого, смотрите, пони стал выглядеть как прежде. Ух ты, это же настоящее чудо! Все говорили, что пони опасен, а Джури в него верила.
Если бы не Джури, этого чуда бы не случилось. Джури, пойдем. Давай отнесем пони Маку, и он сможет его починить. Да, спасибо. Сегодня нам повезло. Наша миссия выполнена. Уходим. Благодаря боевой системе интеллекта S009 я смогу создать величайшего монстр-кара всех времен. Полная готовность. Очень хорошо, вот и пришло наше время. Скоро мы создадим несокрушимую армию. Друзья или нет? Итак, полуфинал Кубка Боевой Лиги Вочкаров состоится уже через 4 дня. Кай против Шмидта, Джино против Роя. Итак, кто из них окажется в финале? Всем не терпится узнать. Ребята! Вот мы и в полуфинале. Как ощущения? За меня не беспокойся, Мак. Я нацелен на победу. Рой, ты уж подготовься получше. Беспокойся о себе, а не обо мне. Ура! Ура! Да, Рой победит! Джино победит! Рой! Рой! Джино! Джино! Вы глупо выглядите. Мы не смогли выбрать, за кого болеть, поэтому оделись так. Как вам моя идея? Правда ведь она гениальная? По-моему, с этими костюмами вы перестарались. Да они просто хотят поддержать вас. По-моему, вышло очень мило. Даже по телевидению сегодня говорят о полуфинале. Итак, эти игроки будут соперничать, несмотря на свою дружбу. Послушаем их интервью. Как отвратительно! Рой более скупой и робкий, чем я. И ко всему прочему, он настоящий слабак. И говорит о друзьях гадости у них за спиной. Джина глупый, упрямый, эгоистичный, всегда думает только об одном себе. Рой, ты трусишка! Думаешь, тебе сойдет с рук то, что ты наговорил обо мне? Такой друг мне больше не нужен. Я одолею тебя в состязании. Джина, не знал, что ты зайдешь так далеко. Говорить такие ужасные вещи ради победы. Но только дождись матча. Ты у меня за все ответишь. Эти двое игроков дружили и не оскорбляли друг друга до полуфинала. Интересно, чем же закончится их соперничество? О, нет. Что все это значит? Вы наговорили эти гадости, потому что хотите победить? Невероятно. Это какая-то ошибка, верно? Ведь так? Рой, ты что себе позволяешь? Я не виноват. Это ты все это начал. Издеваешься? Это ты все начал. Это ты. Ребята, прекратите ссориться немедленно! А что я? Это Рой первый меня обидел! Да, ты в своем репертуаре. Что ты имеешь в виду? Ты первый начал обзываться у меня за спиной! Что ты сейчас сказал? Так, прекратите! Извинитесь друг перед другом и помиритесь! Извиниться? Я ни в чем не виноват! Эй, Рой! Днем ранее. Да, директор, конечно.
Я понимаю, кому нужно дружеское состязание. Нам нужны провокации для поднятия рейтинга. Да? Да, уже выполняю. Привет, Джино! А? Мы из телекомпании. Не мог бы ты дать нам интервью? Да. Ты, наверное, занят подготовкой к матчу против Роя. Конечно. Я упорно тренируюсь перед состязанием. Да, я понимаю. Знаешь, я разговаривал с Роем и услышал от него, что ты плохо пахнешь, потому что очень редко моешься. Это правда? Что? Вы считаете, я плохо пахну? Нет, должно быть, вы ослышались. Рой никогда бы обо мне такого не сказал. Знаешь, он сказал мне не только это. Еще он сообщил, что ты любишь есть из чужих тарелок, и что ты такой скупой, что никогда не покупаешь себе еду. И еще, что ты одолжил у него деньги и уже долго не отдаешь. Это что, правда? Серьезно? Рой правда сказал такое? Да. Как отвратительно! Рой еще более скупой и робкий, чем я! И ко всему прочему, он настоящий слабак. И он говорит о друзьях гадости у них за спиной. Но Рой очень популярный игрок, верно? Я слышал, что у него много поклонниц. Вы не представляете, какой он робкий с девушками. Да, вокруг него много девчонок, но он им всем морочит голову. Ладно, Джина, прошу, успокойся и расскажи нам о своих ощущениях перед полуфиналом. Рой, ты трусишка! Думаешь, тебе сойдет с рук то, что ты наговорил обо мне? Такой друг мне больше не нужен! Я одолею тебя в состязании! Рой, ответь на несколько вопросов. Итак, ты будешь играть против Джину в полуфинале. Расскажи, что чувствуешь. Джин иногда бывает неуклюжим, но он хороший игрок. Думаю, состязание будет отличным. О, кстати говоря, когда мы брали интервью у Джину, он сказал нам, что ты задира и любишь хулиганить. Это правда? Ты подтверждаешь? Вовсе нет. Должно быть, Джин случайно сказал какую-то глупость. Уверяю вас, это неправда. И еще я помню, он сказал, что ты часто обзываешь друзей у них за спиной, и что ты не умеешь общаться с девушками, что ты их стесняешься и боишься заводить отношения. Не знаю, что этот наглец успел еще наговорить вам, но это все глупости. Джина глупый, упрямый, эгоистичный. Он всегда думает только о себе. О, все ясно. Мне кажется, ты немного расстроился, узнав это. Можешь рассказать, что чувствуешь перед полуфиналом? Джина, не знал, что ты зайдешь так далеко. Говорить такие ужасные вещи ради победы. Ну только дождись матча. Ты у меня за все ответишь. Все вышло именно так, как я и ожидал. Ребята, давайте съедим гамбургеры и успокоимся. Джино, Рой, ну хватит вам уже дуться. Давайте, улыбнитесь. Ну же, ну, улыбнитесь. Ну хватит. Ребята, может вы уже прекратите? Какая разница, кто из вас выиграет? Ваша дружба важнее. Какая еще дружба? Друзья не обзываются за спиной. Ты первый начал обзываться. Хочешь подраться со мной? Подраться? Да, я не боюсь, давай! Сейчас дождешься! Ты первый стал обзываться! Ничего подобного! Ну прекратите! Ну хватит вам! Вы чего? Надоело слушать пререкания! Знаете что, ребята? Делайте, что хотите! Вы меня разочаровали. Не желаю вас видеть, пока не помиритесь! Моя рука!
Почему я это сказал? Рой действительно хороший друг. Не знаю, почему я так поступил. В чем смысл выигрывать матч, если я потеряю друга? Несмотря на то, что он сказал, я знаю, что он так не считает. Может, мне стоит отказаться от этого матча? Я очень надеюсь, что Джина и Руй помирятся. Да, директор, конечно. Задание по столкновению Джина и Роя выполнено. Схватка бывших друзей. Уверяю вас, наш рейтинг будет высоким. Все благодаря мне. Не забудьте про премию. Задание по столкновению? Так значит, все было подстроено. Я решил отказаться от участия. Как это? Раз уж наша дружба с Джина все равно разрушена. Джина... Рой, выслушай меня. Мне жаль. Прости меня за все. И мне тоже жаль. То, что произошло, это недоразумение. Давай и забудем обо всем. Мы же друзья. Верно. Мы с тобой друзья. Нашу дружбу ничто не может разрушить. Ребята! Это все было подстроено репортером. Он хотел вас рассорить. В смысле? О чем ты говоришь? Он хотел рассорить вас перед вашим состязанием в полуфинале. Это все ради рейтингов. Это ему так с рук не сойдет. Постой. Не заводись раньше времени. Сначала нам всем нужно разобраться, так ли это на самом деле. Да я полностью уверена. Слышала все собственными ушами. Этот репортер сделал все, чтобы рассорить их. Ха-ха-ха-ха. Так и знал. Рой бы никогда такого не сказал. Только сейчас это понял. А что? Вы уже помирились, ребята? Да, помирились. Покажем отличную игру, Джина. Точно, так и сделаем. Незабываемый поединок. Заряд пушки. Огонь! Ах, вот и как! Призрачные диски. Пуск! О! Тигр! Все кончено. Сияние тьмы. Огонь! И побеждает Кай! Он с легкостью одолел Шмидта и выходит в финал! Итак, теперь начинается второй полуфинал! Джина против Роя! Поприветствуем их! Это первый раз, когда Джина сражается против Роя, верно? Верно. Они еще никогда не сражались друг против друга. Сейчас Джина невероятно силен, так что схватка будет ожесточенной. Покажи всем класс. Не вздумай поддаваться. Хорошо, будем сражаться. Надеюсь, будет интересно. Джина победит! Рой, ты победишь! Рой! Джина! Рой! Джина! Джина победит! Рой, ты победишь! Рой!
Зрители в нетерпении ждут начала! Итак, битва второго полуфинала начинается! Ладно, приступим. Импульсная пушка! Огонь! Аван, развернись и нападай! Знал, что именно так ты и будешь действовать. Микроракета «Пуск!» Нет, но я не отступлю. Электрическая бомба! Огонь! Знал, что ты так поступишь. Аван, нападай в прыжке! Блюил! Ты не дождешься от меня пощады. Огненный дождь! Огонь! Первый раунд окончен! О, Блю Уилл! Гонг спас тебя! Что это сейчас было? Блю Уилла едва не взорвали! Что-то не так. Не понимаю, почему Джина выступает так слабо. Джино действует так же, как и на тренировках. В этом причина. Отличная работа, Аван. Блю Уилл, я стараюсь изо всех сил. Почему ты не атакуешь его? Ну, конечно. Он знает, как я буду атаковать. А вот в чем причина. А, да. У меня есть идея. Я знаю, Джина. Он сделает упреждающий удар, а я перехвачу инициативу. Сейчас будет атаковать. Значит, сейчас. Почему он не атакует? Что-то не так. Хорошо, Блю Уилл, вперед! Импульсная пушка! Ха, вот оно что. Он решил атаковать сейчас. Что? Но почему он не нападает? Хе-хе, я понял, ты меня хорошо знаешь. Поэтому я буду действовать по-другому. Ну тогда я буду атаковать первым. Стальное ядро. Огонь! Так и знал. Электрическая бомба. Огонь! Вижу, у тебя новая стратегия. О, Рой получил удар. Угу. Этот раунд отличается от первого. Рой сражается, пытаясь предугадать каждое действие Джино. Поэтому Джино проигрывал в первом раунде. Но теперь он решил вести схватку не так, как обычно. Это будет интересный бой. Рой, я поступлю не так, как ты ожидаешь. Получай! Блю Уилл проводит просто потрясающую атаку! Ну ладно, будем играть по-настоящему. Микроракеты, запуск! Синяя молния! Круговая защита! Синяя молния! Крученый бросок! Джина, это было здорово. Но больше ничего не выйдет. Как я и ожидал. Я принимаю твой вызов.
Применяю медаль силы! Вот так! Синий дракон! Огонь! Вперед! Огненная птица! О! Блювилл и Аван отключились! Такое случилось впервые в истории Лиги! По правилам, кто очнется первым, тот и победит! Аван, соберись! Заряжайся быстрее! Блювилл, давай! Прошу, поскорее! Аван! Блювилл! Блювилл! Блювилл одержал победу! После этой потрясающей схватки они с Джина проходят финальный раунд! Джина, поздравляю. Рой, спасибо. Этот матч был незабываемым. Сегодня ты превосходно играл. Надеюсь, ты победишь в финале. Джина, Рой, молодцы, ребята! Ребята, это было потрясающе! Вы оба большие молодцы. Рой, пусть ты и проиграл, но было здорово. Скажи, Рой, ты согласен с тем, что Джина играл нечестно? Ты не злишься на него? Нет, мы оба играли честно, и я признаю свое поражение. Кстати, нашу дружбу ничто и никто не сможет разрушить. Эй, мистер, прекратите сейчас же! Хватит вам уже пытаться их рассорить! Точно! Репортеры всегда должны говорить правду! Эй, а почему вы злитесь? Что я сделал? Ребята! Что? Что происходит? Ну вот, теперь все готово. Я могу действовать. Скоро каждый вочкар в мире будет подчиняться мне. Налет из темноты. Скоро все вочкары будут моими и будут подчиняться только мне. Кай, я дам тебе черный ключ разума, сделаю тебя неуязвимым. Я даю тебе задание уничтожить все вочкары, участвующие в лиге. Хамби, сегодня будешь тренироваться с этим. Итак,
Я бросаю, а ты должен принести... я бросил слишком сильно. Эй, ну не убегай так далеко! Хамби! Кто это? Кто это сделал с Хамби? Я влюбился в твою красоту. Ты примешь от меня эти розы? Ганс! Можешь даже не надеяться! Дамский угодник! Что? Постой, подожди! Виктор! Виктор! О, нет! Фрон! Уничтожь их. Уничтожь всех. Проголодался? Держи, ты это заслужил. Срочные новости. Неизвестный Вочкар сегодня днем совершил нападение. Неизвестный Вочкар? Жертвами нападения стали так называемые 12 мастеров. Давайте послушаем рассказ одной из жертв. Ну и ну! Я был просто в шоке. Какая-то черная штуковина появилась из ниоткуда и бум! Кто-нибудь, почините моего Хамби! Очень прошу вас! Да уж. Причина нападений пока не выявлена. Общественность встревожена данным событием. О, кто мог такое сделать? Мне нужно выяснить, что произошло. Блюилл! Что происходит? Отдайте мне Блюилла! Кто вы такие? Отстаньте! Что? Кто вы такие? Что вам надо? Сона, что вы творите? Нет! Что происходит? Отпустите меня! Что это за место? Мне очень страшно. Кто эти парни, что привезли нас сюда? Им явно что-то нужно от нас. Что, если они попытаются нас кому-нибудь продать? Что? Нас увезут в дальние страны? А если нас продадут каким-нибудь каннибалам, которые съедят нас? Или, возможно, над нами будут проводить опыты? А может, нас похитили инопланетяне? Я видела такое в фильме. Пришельцы похищают людей и проводят эксперименты. Или еще как вариант. Возможно, мы находимся в тайном логове вампиров. Вампиров? Нет! Эй, ну хватит. Даже меня умудрились напугать. Да мы просто пошутили, да? Нет! Мама! Если бы знала, что это произойдет, то слушалась бы тебя. Буквально вчера я потратила с друзьями на пиццу и пончики все деньги, отложенные на учебники и занятия. Мне так жаль. Мама! Не нужно бояться. Я смогу защитить тебя. О, нет! Мару, прости!
помните, не так давно кто-то испортил воздух в лифте? В общем, это была я. Пахло очень плохо, и я не могла признаться, что это от меня, поэтому я свалила всю вину на Мару. Что-что? Так это была ты? Вот так новость! А я-то всю ночь не спал, все думал, кто это сделал. Прости. Фу, тот запах! Я думал, у меня нос отвалится. Это все сделала Ари? Знаешь, что мне тогда было очень-очень стыдно. Ребята, вы чего так испугались? Мак, что ты здесь делаешь? Так значит, это ты привез нас сюда? Ну да. Ребята, познакомьтесь с доктором Юджином, изобретателем Вочкаров. О, здравствуйте! Привет, рад познакомиться. Почему вы привезли нас сюда таким странным способом? Простите меня, нам нужно сохранять секретность, поэтому вас сюда доставили тайно. Наше положение становится очень опасным. Позвольте мне объяснить. Черные тени хотят захватить город, используя мощную силу. Что? Да, все так. Они смогли загипнотизировать Кая, чемпиона прошлого сезона игр. Нападение на 12 мастеров совершил именно он. Что? Это был Кай? Вот оно что. Он странно выглядел в последнее время. Да, Кай был сам на себя не похож. Мы должны подробно узнать о планах черных теней и разрушить их. Ух ты, работа нам предстоит непростая. Я и подумать не могла, что черные тени поступят так подло. Но мы не можем противостоять им с оружием, которое у нас сейчас есть. Значит, нужно придумать другой способ остановить их. Мы обязаны их остановить. Да. И поэтому я хочу дать вам ключи контроля разума. Вот. Ух ты! Я спрятал основной код внутри Блювилла, чтобы черные тени не могли до него добраться. Ультракод может быть активирован только когда Блювилл использует три ключа разума. С помощью этого ультракода я сделал ультраключи, и теперь вы можете их использовать. У вас есть прекрасные способности к управлению вочкарами и открытые добрые сердца. А значит, вы отлично подходите для этой миссии. Почему мы? Все очень просто. Потому что вы храбрые, отважные и очень сильные ребята. К тому же, вы лучшие игроки вочкаров. Итак, возьмите. После того, как вы используете эти ключи, ваши вочкары станут невероятно мощными. Этого должно хватить для того, чтобы остановить черные тени. Думаете, у нас и правда получится? Мы не можем позволить черным теням захватить город. Объединим силы и вместе защитим вочкары. Хорошо. Давайте сделаем это, ребята. Ладно, я буду смелой и сделаю, что смогу. Так чего же мы ждем? Давайте протестируем силу этих ключей разума. Да! Сделаем это! О-хо-хо-хо-хо! Я так горжусь ими! Мои ребятки, они уже стали такими большими! Люси, правда же здорово провести весь день в парке, да? У нас так давно не было выходного! Мы можем есть, что хотим! И никто нас не осудит. Это мой менеджер. Ну вот, только я хотела отдохнуть. Здравствуйте, что-то случилось? Я... Что это там? Софи,
Софи, в чем дело? Софи! Софи! О! Рождение ультра-вочкара. А ну-ка прочь! Софи! Ты цела? Спрячься, мы с ним разберемся. И машину забирай. Хорошо. Никто не будет играть по твоим правилам. Я вызываю тебя на бой. Точно, чтоб больше не задирался. Наступаем! Голубая молния! Внимание! Начать бой! Огонь! Странно, куда он делся? Как сквозь землю провалился. Послушай, спасибо тебе, что помог. Если бы ты не подошел, я бы в беде оказалась. Да не за что, обращайся, он меня быстренько присмиреет. А при чем тут ты? Я с Роем говорила. Рой, я тронута твоим добрым поступком. Ты пришел и спас меня от опасности. Я вообще-то... Я ведь не один тебя спасал. Да ты, как я вижу, застеснялся. Знаешь, я бы хотела угостить тебя пирожными. Ты согласен? А ну, хватит! А? У тебя от наглости рот не сведет? Ха! Займись своим делом. Своим делом? Да как ты посмела? Роя не интересуют крашеные девчонки с дурным характером. Это у меня, по-твоему, дурной характер? Лучше уйди с моей дороги и не приставай, тыква пучеглазая! А? Что? Что? Ты только что сказала? Правду, она всегда глаза колет. Почему всем нравится Рой? Подрались бы хоть раз из-за меня. Зачем вообще было тебя спасать? Не пойму! А тебя никто и не просил этого делать. Девочки, перестаньте. Не стоит ругаться. Не вмешивайся! Я не просила тебя помогать мне, ясно? К тому же, это сделал красавчик Рой, а не ты. Вот раскудахтались. Это я ему сказала! Да что ж вы так орете? Не ссорьтесь и не ругайтесь. Ну вы даете. Неужели не надоело? Не может быть, Кай, ты пришел! Пришла пора мне с вами разобраться. Сейчас от вас останется пепел. Что с тобой, Кай? Не глупи, тебя против нас явно кто-то настроил. Не смей больше трогать вочкары. Все вочкары на планете должны подчиняться только мне. И запомните, мы это устроим. А ну взять их! Нельзя с ним драться, он слишком силен. Как же мы сможем победить его, если не будем сражаться? Софи, беги скорее домой. Я пошла. Прекрасно. Используем ультрасилу лазера. Есть! Выпустить силу! Вперед! Вам не удастся меня запугать. Демон в атаку! Вперед!
Оборону я беру на себя. Защищай! Попробую отвлечь его внимание. Сердечки в атаку! Раз! А? У меня не получается. Что же делать? Рой, проведем атаку с флангов. Хорошо. Выпускаю молнии. Мегазаряды. Огонь! Вот ведь глупые. Мой натиск смертелен. Хаос-бластер! Вперед! Все пропало. Что же нам делать с этим наглецом? Все бесполезно, наконец-то вы поняли. Сейчас от вас останется мокрое место. Смотрите, он словно призрак. Его не видно. Он появляется и пропадает. Я, кажется, вижу Блада. Блю Уилл, давай! Не подведи меня! Преследование начинается! Выводи скорость на полную! Не может быть! Как он смог его догнать? Блю Уилл, молодец! Он загнал этого наглеца! Он выдержал максимальный режим оборотов. Любой другой Watchcar взорвался бы. Отлично, Блю Уилл! Прямые потоки молний! В атаку! Ничего у вас не получится. Демон, огонь! Все, ты меня достал. Мега-молния! Начинай! Приготовить диски! В атаку! О, я даже не вижу, как они сражаются. Что у них там происходит? Вам меня ни за что не одолеть. Я все равно тебя поймаю. Мегамолния! Дуга демона! Огонь! Огонь! Блю Уилл! Самонадеянные болваны! Победа все равно будет за мной. Напрасно силы тратите. Ха! Кай воспользуется энергетической монетой, но я его остановлю! Монета в атаку! Чудо-лебедь! Демон Блад! Огонь! О! Он не остановится. Блю Уилл в опасности. Давайте закроем его сами. Хорошо. Ну какие же вы балбесы! Не может быть!
Мой демон был остановлен? Джина, а демон ты проиграл! Пришла твоя очередь! Моя ответная атака! Мега-дракон, пошел! Нападение вслепую. Давай! А? Нет, не надо. Я не люблю проигрывать. Что же я наделал? Кай! Кай! Очнись, что с тобой? Кай! Разоблачение. Завтра у меня уже будет целый отряд монстр-каров. Наконец-то сбудется все то, о чем я так долго мечтал. До сих пор причина этого феномена не ясна. Уоч-кары по-прежнему продолжают бесследно исчезать. Утром, когда я проснулась, моего любимого уоч-кара уже не было. Прошу, найдите его! Эти милые кары рычали чуть ли не хуже монстров. Не знаю, кто это сделал, но он умен. Чтобы предотвратить угрозу исчезновения уоч-каров, требуется срочное решение, но оно пока не найдено, и жители нашего города уже на грани отчаяния. Официальные лица стараются побыстрее выяснить причину произошедшего, но в данной ситуации важнее всего сохранять спокойствие и пристально наблюдать за системой управления уоч-карами. Наши враги не дремлют. Мы должны найти способ их остановить. Ребята! Пойдемте со мной, доктор Юджин вас ждет. Итак? Темные силы уже создали целый отряд из похищенных уоч-каров. Они превращают их в чудовищ с помощью вредоносного энергетического пучка. Их главный план по захвату города идет как по маслу. И что же нам делать? Доктор, неужели нет способа их остановить? Конечно, такой способ есть. Но вам придется отправиться в штаб темных сил и отключить их систему управления. Но как же мы ее остановим? Держи, он вам поможет. Если установить этот ключ в систему управления уоч-карами, порядок будет немедленно восстановлен.
Очень скоро монстры начнут контролировать порядок в городе. Учтите, вам четверым придется незаметно проскользнуть в их штаб. Значит, мы вынуждены будем ждать, пока там никого не останется. Главное — это обезвредить монстр-кары, которые коварно похищают наши машины, а уж потом спокойно направляйтесь прямо в штаб. Идея понятна? Не беспокойтесь, мы все исполним. Ребята, мы ведь не побоимся? Конечно, нет. Все вместе мы с любой проблемой справимся. Уверен, это очень сложное задание. Нам придется очень постараться. Зачем так волноваться? Мы объединим наши силы и одолеем врага. Хорошо. Ребята, за мной! Не отвлекайтесь, это опасно! Доктор, скажите, что они справятся, и мне не придется лить слезы. Нам сюда. Там внутри виден проход. А это что такое? Спасайтесь! Нет, мы воспользуемся суперчипами. Включите энергию! Оп! Чтобы пройти, нам нужно сжечь его паутину. Потоки огня! В атаку! Боевые заряды вулкана! Начали! Как он похож на паука! Ну, вылитый паучок на ножках. Он взбесился, что я его пауком назвал. Я шучу, шучу. Ничего, он большой, но бесполезный. Рой, атакуем опять? Да, разумеется. Начинаем атаку. Огненные заряды! Выпускай! Вот тебе и бесполезный. Быстрое нападение. Он их сейчас сомнет. Я его остановлю. Огненные молнии, выпускай! Огненные молнии, выпускай! А теперь избавься от его паутины! Молодец, Рой! Этот урод у нас еще попляшет! Больше мы на твою удочку не попадемся. Мегамолнии в атаку! Вот тебе! Мы еще не такое можем! Ракетный удар! Выпускай! Это его прикончит. Монета к бою! В атаку!
Огненная птица! Ура! У нас все получилось! Да, игра окончена! 1-0 в пользу наших! Самое трудное еще впереди. Ребята, будьте очень осторожны. Само собой, я готов к встрече с врагом. Ну что, теперь идем прямо в штаб? Мой господин, похоже, ему все нравится. Такая вкуснятина. Болван! Не порть ему настроение. Так, похоже, нам сюда. Все, дальше вам, наглецы, пройти не удастся. А иначе будете иметь дело со мной, ясно? Что он болтает? Убрать сейчас же этого толстяка. Как бы не так! Что еще за котенок? Этого сторожевого кота просто обожает наш великий и драгоценный хозяин. Он его талисман. Запомните это, наглецы! Киса! Что это за чудовище? Какой кошмар! Кризис. Что за дракон? У него 3 головы и 3 пасти. Как же мне страшно! Берегитесь! Мы предпримем атаку на полурасплавленных вотчкарах. Попробуем. У нас еще ультрачипы остались. Суперэнергия чипов! В атаку! Главное, не бойтесь. Рой, атакуем все сразу. Хорошо. Бомбы в атаку! Огненные шары! Начали! А теперь я! Жаркий поток! Огонь! Сдавайся, враг! Ракетный удар! Нападай! Не может быть! Он будет стрелять! Мамочка моя! Он их заморозил! Так ведь и погибнуть недолго! Перед нами и правда дракон! Он дышит льдом, огнем, и даже электрические заряды летят! Где его слабое место? Ну, наконец-то, моя самая сладкая мечта станет явью.
Как давно мы не виделись, доктор Юджин? Опять ты? Неужели это все твоих рук дело? Все это противоречит здравому смыслу. Вы ошибаетесь, дрожайший профессор. Это ваши идеи далеки от реальности. Вочкара нельзя доверять детям. Стоит мне подчинить себе все вочкары, и я создам мир без риска и опасностей. Но ведь такой мощной энергии нельзя злоупотреблять. Еще не поздно, одумайся. Прошу тебя, сделай все так, как было раньше. Какие глупости вы сейчас говорите. Скоро вы убедитесь, что я был абсолютно прав, а вы снова проиграли. Ну все, пока. Постой, послушай меня. Где ты? Вернись ко мне. Доктор Юджин, я докажу вам, что когда-то вы очень серьезно ошиблись. Это и есть основной результат коррекционного усовершенствования? Думаю, что я смогу вас порадовать. Но это же... Я оптимизировал их для тактического боя. Они самоуправляемые, помощь человека им больше не нужна. Значит, ты все это время занимался вредоносными исследованиями? Но, доктор, с помощью вочкаров можно стать хозяином всего мира. Негодяй! Больше опыта ты не проводишь. Я запрещаю тебе даже входить в лабораторию. Но, доктор, постойте. Это работа буквально всей моей жизни. Доктор! Доктор Юджин! Я ошибся, думая, что доктор Юджин оценит мой труд. Доктор Юджин, теперь я отплачу вам за все мои прошлые унижения. Я так просто не сдамся. Энергию на максимум! Самонагрев! Оживи! Автоматные очереди! Огонь! Да, нам с ним никогда не справиться. Мы проиграли! Все кончено! Что же делать? Мы продолжим бой до самого конца. Друзья, только не вздумайте пасовать. Но как же нам сражаться? Мы против него, как букашки. Я ему ни за что не сдамся. Лично мне терять нечего. Я одна пойду в последнюю атаку. Нельзя! Не смей атаковать в одиночку! Боевые сердечки! Начали! Зев забирает энергию Кара! Она в опасности! Сона! Аван, вперед! Ее нужно спасти! Аван! Аван! Неужели он погиб?
Блю Уилл! Демоны огня! В атаку! Кай? Не смейте реветь, иначе он быстро одолеет всех нас. Да. Ты прав. Верно. Рой! К бою! Рой! Не думайте обо мне, идите в атаку, сражайтесь! Рой, обещаю, он не уйдет от наказания! Не уйдет. Мы не должны отступать. Мы пойдем до конца. А я вам во всем помогу. Мы одолеем этого негодяя. Спасибо, Кай. Блю Уилл, ураганная атака. Пошел! Демоны огня! В атаку! Ракетный удар! Давай! А сейчас начинаем атаку с монетами! Хорошо! Активация! В атаку! Активация энергии! К бою! Вот так! Гибель Авана вовсе не была напрасной. Его не забудут. А мы не сдадимся. Ладно, время не ждет. Бежим в штаб. Надо же, просто невероятно. Мой храбрый Зевс повержен. А вот для вас все кончится здесь. Я ценю вашу отвагу и решительность, но вы, господа, опоздали. Финальная битва. Так. О, не поймал. Бежим скорее! Нас атакуют! Спасайся! Помогите! Что происходит? Уочкара не двигается с места. Не с места. Если двинетесь, я сразу буду стрелять. Блю Уилл! Так, так, так. Разве можно так нелепо обращаться с техникой? Ну ладно. Интересно, зачем вы сюда явились?
Мы хотим спасти наших друзей. Отключи систему и верни Вочкары их хозяевам. Как бы не так. Вы почти ничего не знаете о том, что представляют собой Вочкары. Смотрите внимательно. Вот как их надо использовать. Что это? Добрый день, жители города. Спешу вас приветствовать. Что это? Что происходит? О, нет. Ну да, конечно. Похоже, сейчас вас все удивляет. Но не бойтесь и не дрожите так. Я старался на благо города, хотел повысить его безопасность и защитить всех его жителей. Я беспощаден к войнам и страданиям. И поэтому мои постовые отряды выходят на улицы, чтобы избавить вас от любых огорчений. Доктор, отряды злобных монстр-каров заполонили почти весь город. Скоро они наведаются в лабораторию. Нам нужно спасаться. Будущее Вочкаров зависит от этого исследования. Я не могу его приостановить. Но, доктор, подумайте. Я верю этим ребятам. Они найдут способ уничтожить вражеские отряды, а заодно темные силы. Слушайте все, только строгий порядок позволит нам построить надежное общество. Мир, о котором мы все давно мечтали. Сию минуту, прямо здесь рождается новая реальность. Вы сами заметили, Вочкары обладают безграничной силой. Я и мои боевые машины навсегда изменим ваши дремучие устои. Мы будем жить в вечном мире, в котором никому не придется страдать! Да что ты несешь? Это же бред какой-то! На насилие мира не построишь. Ха, какая глупость! Вы просто ничего не понимаете. Я никогда не ошибаюсь. Слушай меня, и тогда останешься цел. Ошибаются все, кроме меня. Я вижу то, чего другие даже не замечают. Ха, тебе еще не надоело жить в тумане? Как? В конце концов, ты останешься совершенно один, как забытая звезда. Я всегда оказывался прав. Просто меня никто и никогда не слушал. Абсолютно никто. Ни один человек на Земле! А, как же он страдал? Что? Тебя не слушали и не понимали. Значит, ты жил как изгнанник в пустыне. Да кто тут еще изгнанник? Если ты закрылся от мира и спрятался, значит, все восстали против тебя. Бедный, бедный хозяин! Я и не знал, что он так бесконечно одинок. Молчи! Вот ведь, болван, это не твое дело! Неправда. Не переживай. Одиночество стыдиться не стоит. К тому же еще не все потеряно. С помощью Вочкаров ты научишься быть сильным, храбрым, отзывчивым. Ты полюбишь людей, начнешь общаться. А, нет. Ну нет, нет. Что вы такое говорите? С людьми общаться? Вам конец! Зачем ты стреляешь? Не знаю, зачем я стреляю? Хватит! Смотрите, Вочкары свободны! Сейчас я изничтожу вас всех как заразу! Готовьтесь к атаке, мои боевые Вочкары! Пулеметная очередь! Начали! Хорошо! Сона, ты тоже атакуешь! Огненные сердечки в бой! Демонический лазер в атаку! Наверное, это башня управления, о которой говорил доктор. Скорее, Джина, беги туда! Ключ нужно активировать! Джина, не зевай! Хорошо, я все сделаю. Побежали!
Ракетный удар! Заряжай! Есть! Хороший удар! Черви! Вам так просто со мной никогда не справиться! Монстр-кары, готовьтесь! Атака началась! Джина, скорее! Понял. Вспышки молний начали! Джина, нет! Разберись с ними. Активируй монету. Отлично, Блю Уилл! Ключ в зажигание! Система отключена. Получилось! Джина отключил управление в башне! Я знал, что Джина с ней разберется! Негодяй! Нельзя! Вот паршивец! Я отомщу тебя! Эта башня прямо сейчас твоей могилой станет! Активирована система самоуничтожения. До взрыва остается 60 секунд. А, что такое? Она сейчас взорвется, да? Ой? Взорвется! Хозяин! Не бросайте нас! Стойте! Ее замкнуло. Кнопка заблокирована. Что? А? Джина! Что? Джина! Джина! Выходи к нам! Ребята! Она заблокирована изнутри! Здание под угрозой взрыва. Немедленно покиньте помещение. Что же делать? Он не поддается! У меня не выходит. Ребята, спасайтесь без меня! Срочно покиньте помещение. А, что это? 20 секунд до взрыва. Что это? Срочно покиньте помещение. Давай, Джина! Джина, давай! Джина! Выходи! Джина! Джина, ты спасся! Отвечай! Все хорошо. Скорее бежим отсюда. Срочно покиньте здание. Всем срочно покинуть здание. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Новый чемпион.
Уж не знаю, как вас благодарить. Вы спасли не только наш цветущий город с его жителями, но и, конечно, Вочкары. Мы сделали то, что требовалось. Я так рада, что нет раненых и пострадавших. Знаете, я вспоминаю о том, как Джина застрял в этой башне, и у меня сердце замирает. Я даже представить не мог, что Блю Уиллу удастся его спасти. Это уж точно. Такой невероятной силы я от него совсем не ожидал. Доктор, а что вы думаете? Блю Уилл так сильно хотел спасти тебя, Джина, что его энергия буквально вырвалась наружу. Ну и ну. Я такого не ожидал. О! То же самое произошло, когда я чуть не угодил под грузовик. Он пришел на помощь. Знаешь, в самом ближайшем будущем Вочкары смогут оберегать нас, людей, от любых невзгод. Это наша главная задача. В связи с этим и был создан проект по разработке нового поколения Вочкаров. Оберегать людей от невзгод и любых опасностей? Мы согласны вам во всем помогать. Я очень рад, что все мы сможем работать как одна семья. О, хотел тебе напомнить. Завтра финал Кубка. Ты готов, мой мальчик? Ну, конечно. Я всегда готов. Блю Уилл, что скажешь? Прекрасно. Мы не подведем вас и обязательно выиграем. Вот, пожалуйста. Надо же. Большое спасибо за доставку. Удачного дня! Мне показалось, или я уже где-то ее видела? Иди, моя умничка! Знаешь, я всегда буду рядом с тобой, всегда! Молчи ты! Вот баба! Давайте поприветствуем наших финалистов! Совсем скоро мы узнаем имя победителя! Джина! Мы с тобой! Джина! Мы с тобой! Привет! Пойдем поближе, сядем! Джина! Мы с тобой! Джина! Мы с тобой! Джина наглец! Ему повезло, что он дошел до финала, но ему ни за что не одолеть Кая! Ну, а мне на это вообще плевать. Кто бы говорил? Кай, ты готов? Как бы тебе сегодня не проиграть? Сегодня ты узнаешь, кто из нас будет оставаться непобедимым всегда. Итак, самое громкое и захватывающее соревнование в истории Каров начинается! Блю Уилл, давай! Блад в атаку! Соревнование было захватывающим. Смотреть было не на что. Я крепко спал, когда оно закончилось. Ха. Они оба неплохи. Но в будущем году победа точно будет за мной. Софи, не хочешь сходить в кино с будущим чемпионом? Обойдешься. Как ты могла? Отказала, даже не узнав название. Гадкие мальчишки, вам не сойдет с рук мой провал. Дядя, вы чего? Убирайся. Давай, проваливай. Ты слов не понимаешь. Давай-ка. Ты уйдешь? Уйдешь теперь, да? Что? Кто здесь обижает малышей? Стой! Да, хорошее снотворное. Вот и все. Кай, я прошел весь этот путь, наблюдая, как действуешь ты. Победы здесь и над темными силами стали возможны во многом благодаря тебе и твоему опыту. Спасибо.
Рад был помочь. Предлагаю стать друзьями. Для вечных соперников дружба – это роскошь. Хотя иногда роскошь очень даже приятная мелочь. Они что, с ума сошли? Неужели мне это снится? Больно, как же мне больно! Значит, ты не спишь. Дружба порой творит чудеса. Правда? Мару, посмотри. Посмотри туда. Смотри, кто это? Красотка. Кто это такая? Вы ее знаете? Это всего лишь платье. Какая все же неловкая ситуация. Ты не ушиблась? Слегка. Ты сегодня такая красивая. Рой. Кошмар! Что они делают? Она у него на руках. Даже смотреть неловко. Ужас! А ты не смотри. Рой, ты посмотри. Пропустишь самое главное. Парень, это же Амон! Надо же! Он цел! Ну, Рой, надо же! Амон! На ремонт ушло время, но Аван теперь как новенький. Как тебе удалось его починить? Благодаря Ари, которой удалось спасти его чип. Машина не подлежит восстановлению, если чип поврежден. Мак, пожалуйста, я тебя очень прошу. Авана нужно восстановить. Ты можешь? Только тебе под силу это сделать. Пожалуйста. Я починю его, чего бы это ни стоило, обещаю. Ари, я... Огромное спасибо. Рой, он теперь с нами. Итак, ребята, наша церемония чествования победителя начинается! Позвольте представить вам постоянного победителя Кубка! Чемпион высшей лиги Прекрасный Кай! Я всегда думал, что главное достоинство чемпиона — это его навыки и умения. И вот однажды на соревнования попал храбрый и честный участник. И я усомнился в том, что был прав. Сегодня я хочу вас с ним познакомить. Мой вечный соперник и новый чемпион соревнований. Упорный и бесстрашный парень. Он вам понравится. Дамы и господа, нынешний победитель Кубка Высшей Лиги Джина Бесстрашная. Встречаем чемпиона! Да, молодец! Да, я же говорил, Джин еще нас удивит! Ты сильный и храбрый! Молодец, Джина! Ты заслужил! Да! Джина! Поздравляю! Я так горжусь тобой! Я так рад! Я так рад! Возьми! Перестань! Не разводи сырость! Хорошо! Да!
Послушайте, спасибо вам. Я хотел бы поблагодарить всех моих друзей и наставников. Когда я боялся, они вселяли в меня уверенность, храбрость и силу, которых мне так не хватало. Благодаря им все преграды на своем пути я преодолел. Мару, Ари и, конечно, Рой. Спасибо вам. Это и ваша победа. А еще спасибо Маку за то, что он заботился о моем Уотчкаре, как и своем. Я благодарю моего лучшего друга, Блю Уилла, с которым разделяю эту радость. Надеюсь, мы всегда будем вместе. Да, Блю Уилл? Ты что, Блю Уилл? Здесь дамам фары не строят. О! Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году.